Девчонки, всем большой привет! Сегодня я хочу создать полный образ. Это будет макияж и прическа. Вдохновилась я голливудскими звездами на красной дорожке. Всегда они выглядят невероятно красиво и одновременно очень женственно, как-то легко, их макияжи не перегружены. Я хочу показать, что для создания красивого образа вечернего не обязательно использовать миллион позиций косметики. Вот, достаточно просто расставить правильно акценты, и образ будет очень классным. Макияж я решила дополнить прической, и я вам признаюсь, что это был полный экспромт. В общем, если вам интересно, то давайте скорее приступать к созданию нашего образа. Самое главное, конечно, это идеальная кожа, и я очень хочу выровнять свой тон, убрать покраснение, убрать неровности. И сегодня буду использовать тональную основу с SPF 15. Я наношу тон пипеткой и распределяю ее тональную основу кисточкой. Далее я наношу консилер под глаза и даже могу нанести на скулы, потому что он содержит светоотражающие частички, и тем самым он подсвечивает и убирает, сглаживает какие-то недостатки. Все места, которые я хочу подсветить, я сразу прорисовываю этим консилером. Можете видеть, как светоотражающие частички работают и сразу скрывают синяки под глазами. Дальше приступаю к оформлению бровей. Буду использовать карандаш Glossy. У него сразу есть и щеточка, карандаш под номером 02 Light Brown. Я не буду делать сильно выделенных бровей, просто заполню пробелы, которых у меня, к сожалению, много, но все равно хочется не перегружать свои брови и сделать такой очень-очень естественный вариант сегодня. К сожалению, брови растут не так, как нам хотелось бы. Я пытаюсь их зарастить, но ничего не получается с этим у меня уже давно. Результат я буду закреплять гелем для бровей. Он такой полупрозрачный, на самом деле есть у него коричневый оттенок, но очень-очень легкий. В принципе, он просто работает как гель закрепляющий. Особо подкрашивающего эффекта я не заметила, но все-таки вот он, видите, не совсем прозрачный идет. Я не хочу, чтобы мое лицо блестело, так как на улице и так жарко, и блеск в любом случае будет проявляться. Поэтому я зафиксирую тональный крем и консилер такой вот прозрачной пудрой. Она матирует очень хорошо и, кстати, очень долго держит свою функцию, то есть отлично справляется. Единственное, что если вы обладательница сухой кожи, то не переборщите, может чувствоваться немножко стянутость, поэтому ее нужно совсем немножко, потому что она, в принципе, и так очень хорошо работает. Я буду набирать кистью и буду использовать такую вот симпатичную палетку Look at Me. Как по мне, очень носибельные хорошие оттенки, которые и для дня, и для вечера подойдут. У них средняя пигментация, в принципе, пятен вы не наставите. Я буду наносить самый светлый оттенок на все веко буду наносить, да, и под бровь, и, в общем-то, проработаю все веко вот этим вот светлым оттенком. Для нанесения теней на все веко мне очень нравится вот такая кисть, это Zoeva 220 номер, очень-очень крутая. Есть еще одна похожая, только она чуть меньше, это 325 номер. Это вообще вот на данный момент одни из любимых моих кистей, плотные, широкие, и ими очень классно вот наносить тени на веко, сразу получается прорабатывается большая зона, захватывается, очень люблю их, и они такие мягкие, приятные. Самый темный оттенок я нанесу на межресничное пространство, чтобы сделать реснички визуально гуще и обозначить хорошо линию роста ресниц. Я хочу сделать макияж такой, знаете,
очень незаметный, несмотря на то, что у нас будут яркие губы. Вот глаза я хочу, чтобы были такие максимально натуральные, но тем не менее, да, вот такие вот хитрости все равно нужно сделать для того, чтобы сделать все-таки выразительными глаза. Я беру этот серо-коричневый оттенок и буду наносить его по линии роста ресниц. Такой вот кистью очень удобно рисовать стрелки, потому что здесь уже идет срез, и, собственно, вы можете вот так вот поставить себе, наметить, куда вы будете вести свою стрелку, и все, на самом деле, вот провели, соединили с остальной линией, и стрелка готова. Дальше беру коричневый оттенок и растушевочной кистью прорабатываю складку, чтобы все-таки добавить объема нашему веку. Добавляю на внутренний уголок глаза еще светлого оттенка. И теперь серо-коричневый оттенок я прямо в складочку добавляю. У нас получается, что соединяется со стрелкой. Для того, чтобы подчеркнуть цвет глаз, я на нижнее веко добавлю фиолетовый оттенок. Кстати, давно хотела себе купить такое устройство для подкручивания ресниц. Теперь вот использую перед каждым прокрашиванием тушью, подкручиваю свои ресницы. Я просто влюблена в тушь, которая, кстати, при покупке на определенную сумму, я, честно говоря, не помню, она идет, вот именно эта мини-версия, она идет в подарок. Эта тушь у нас супер объем, и в последнее время я ей пользуюсь просто каждый день, потому что очень нравится, действительно делает просто огромными ресницы. Сейчас я вам покажу, как она работает. Для тех, кто балуется накладными ресницами, девчонки, вот реально, когда есть хорошая тушь, мне кажется, что даже накладные ресницы не нужны. Мне кажется, замечательный эффект. Сразу раскрывается глаз. И можно эту тушь, кстати, наращивать. То есть вот сейчас я прокрасила один раз, и она немножко подсыхает. И если я наношу второй слой, то ресницы еще больше. Ну вот такой эффект, сравните. Здесь я без туши. И вот здесь вот такие огромные ресницы. Нанесу также и на нижние реснички немного туши, но уже не буду так сильно прям прокрашивать, сделаю более легкий вариант. Губы у меня будут яркие, и в цвет помады я выбрала себе румяна, очень необычный оттенок. Обычно, мне кажется, что такой и не часто покупают, но мне кажется, что для у любительниц красной помады обязательно должен быть такой оттенок. Кстати, румяна, они ложатся тоже без пятен, очень такие легкие, сатиновые, и вообще потрясающе, очень красиво смотрятся на щечках, и вот с этой вот с этим блеском, который просто стал моим самым любимым, наверное, в последнее время. Это матовый блеск, они вот в паре смотрятся просто идеально. Значит, я беру такую вот кисточку, чтобы все-таки румяна смотрелись очень так легко, без матрешества. Буду такой вот кистью наносить. И да, заметьте, что я не делаю коррекцию. Я хочу сделать лицо максимально естественным. И коррекция, она все-таки немножко добавляет возраста. А вот просто легкий румянец. Сейчас мне очень нравится именно так краситься. И такой вот кисточкой очень здорово получается наносить румяна. Они ложатся очень легким слоем, тонким. И отлично растушевываются. Очень красивый оттенок, вообще в восторге именно от этого оттенка. У меня это 06 оттенок, Doll называется. Очень красивый лососевый цвет. Мне кажется, что это даже не красноватый, он такой оранжево-лососевый.
Очень освежает, очень. Перед тем, как нанести на губы блеск, я буду использовать красную помаду для того, чтобы сразу обозначить себе контур и потом уже по нему аккуратненько нарисовать красивые красные губы. Надеюсь, что я ровно нарисовала губы. Осталось дело за малым, нанести мой самый-самый любимый блеск матовый. Это оттенок 08. Главное, все ровненько. Он очень вкусно пахнет карамелью. Да, главное не выйти за края, потому что помада быстро застывает, и она матовая. Ну что, наш макияж готов, но вы знаете, мне хочется немножко дополнить образ какой-то прической, и мне хочется дополнить просто мою прическу какими-то легкими косами. Мне кажется, косы уже не первый год, не первый сезон держат твердо верхние позиции в популярности, и мы можем это видеть на красных дорожках, как звезды используют в своих образах плетение, и как это романтично, классно, нежно выглядит. Я вдохновлена, поэтому я решила тоже заплести пару косичек, но я не буду такие глобальные делать прически. Я просто возьму, отделю здесь вот буквально у лица несколько прядей, не знаю, вот отсюда взять, отсюда, может быть, плести. Или, ну вот, в общем, я хочу оставить немного у лица волос и вот здесь вот взять и заплести небольшую такую полураспущенную косу. Я буду плести из двух половинок, и мы по краям берем еще, добавляем пряди. Я заплетаю косу буквально до начала уха. Это просто такой небольшой декоративный элемент, скажем так, чтобы немножко освежить и разнообразить просто обычную укладку. Так, вот я доплела до начала уха, немного расправлю косички и просто под волосами я фиксирую невидимкой. Получается, что сверху падают пряди, и у нас такой вот вариант, как будто ободочек. И то же самое можно сделать с этой стороны. И фиксирую невидимкой. Я решила спрятать заколку, поэтому я еще немного вплетаю пряди в косичку и уже здесь под волосами чуть ниже фиксирую невидимкой, так чтобы я доплетаю до того момента, чтобы когда я буду фиксировать невидимкой, уже этого не было видно. То есть вот здесь вот под волосами я фиксирую. Получилась такая очень легкая летняя прическа, можно вот немножко закрутить вот эти вот локоны, можно оставить ровными, здесь красиво убраны волосы, и сзади остаются просто ровные волосы, челка подобрана в косы. Девчонки, надеюсь, что образ вам понравился. Так как мне очень понравилась косметика Glossip, я решила, что я хочу разыграть подарок для вас. Одной из вас достанется этот пакетик, а в пакетике у нас красивый лак от Glossip. Вот эта вот чудеснейшая тушь, которая делает супер объем, супер огромными ресницы и очень красивый оттенок блеска. В общем-то, вот такой вот наборчик. Все условия розыгрыша будут в описании под видео, так что принимайте участие, желаю вам удачи. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Если понравилось видео, то ставьте пальчик вверх. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!